Борьба с производством, распространением и транзитом наркотических веществ на территории автономии должна усилиться. Мы постоянно акцентируем на этой проблеме внимание, но до этого времени каких-либо качественных продвижений у нас не было. Я бы хотел, чтобы мы приняли все необходимые меры в этом направлении, заявил глава автономии. Я хочу вас поблагодарить за хорошую работу, которую вы начали по борьбе с наркотиками. Я прошу, чтобы вы усилили эту работу, потому что эта зараза затрагивает молодежь прежде всего. У нас есть такая ось Чокмайдан и Волконешта. Вот эту ось разрушить, чтобы никаких наркотиков на территории Гагаузии не было, и всех привлекать к ответственности. Второй момент, на что следовало бы обратить внимание правоохранительных органов автономии, это участившиеся кражи. В частности, за прошедшие месяцы зафиксирован рост краж из домовладений, торговых объектов и небольших фермерских хозяйств. По мнению Сергея Суходола, одна из основных причин сложившейся ситуации – это низкая профилактическая деятельность муниципальной полиции. Практически, ну будем говорить, по 50% задержаны лица по этим кражам. Значит, какая картина? В основном это лица ранее судимые и вовлекают в эту деятельность несовершеннолетних. Тут есть вопрос, и тут будем работать в этом направлении. Значит, к концу недели будет завершен анализ весь. Вот эти все моменты, которые я сейчас сказал, будут изложены в письме на ваше имя и предложены конкретные мероприятия по улучшению. Новый исполняющий обязанности начальника УВД Гагаузии полковник полиции Сергей Суходол был представлен личному составу в конце прошлого месяца. Напомним, 5 февраля в селе Чокмайдан при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения криминальной полиции УВД Гагаузии совместно с отделением криминальной полиции Камрадского РКП были проведены санкционированные обыски в домовладениях двух местных жителей, где была изъята крупная партия наркотических веществ.